τελευταίο γέροντα, τον τελευταίο καιρό είχε μεγάλη απήχηση и анакиноси то архимандрита Андрея. За последнее время произошло еще одно резонансное событие, а именно заявление архимандрита Андрея Кананаса об оставлении сана. Здесь возникает очень много вопросов. Например, с канонической точки зрения, возможно ли самовольное оставление сана? Если он был архимандритом, есть ли у него какие-нибудь обязанности по отношению к монашеству? Что вы об этом думаете? Множество раз случалось такое, когда какой-либо священник оставлял монашество. Что случилось с конкретным священником, мы не знаем, и это нас не интересует. И не нужно это обсуждать, так как мы не знаем, что пережил этот человек и что он переживает сейчас. Но вопрос о священстве подобен одной истории из древнегреческой мифологии — о хитоне Невса. Когда кто-то надевал этот хитон, то есть одеяние, оно приклеивалось к телу. Если кто-то пытался его снять, то снимал вместе с плотью. Так и священство никогда не снимается со священника. Что бы с ним ни случилось, он всегда будет священником. Когда идет причащаться какой-либо отец, который оставил священство, то он не идет причащаться со всем народом у царских врат. Неважно, галстук он носит или что-то еще, но заходит в алтарь, одевает епитрахиль и причащается как священник, так как священство неизгладимо. Так же, как великая схема монашествующих, никогда не снимается. Ашфорай гравата, ашфорай оти цели. Сапай апо тинали порта. Каждый может чувствовать себя, как ему захочется. Но реальность отличается от наших мудрований. Тот, кто стал священником, священником умрет. И как священник будет судим перед Богом. Надо молиться за этого человека, чтобы благий Бог просветил его, чтобы он оправился и вел правильную духовную жизнь. Но поскольку мы не можем знать, что в действительности с ним произошло, и каждый строит какие-то догадки, то лучше всего просто свести к минимуму разговоры о нем. Ну или вовсе ничего не говорить, а только молиться за него. Не говорим много, не говорим ничего. И на прошевхомасте, и на анthropу.